Доброго времени суток, уважаемые хозяева и хозяюшки! На пороге замечательный праздник Новый год. И по этому случаю предлагаю видеорецепт по приготовлению салата на новогодний стол мандаринки. Готовим ингредиенты. Заранее нужно отварить картофель, морковь и яйца. Картофель натрем на терке. Туда же натрем подмороженные крабовые палочки. В эту же емкость натрем яйца. Работаем на мелкой терке. Далее нарежем в эту же емкость четвертинку от небольшой головки луковицы. После высыпем полбанки консервированной кукурузы. Перемешаем продукты вместе, а затем добавим майонез. Начинка для наших мандаринок готова. Приготовим оболочку. Она у нас будет из вареной моркови, которую также мы натираем на мелкой терке, только совсем в другую емкость. Приступаем к формированию мандаринок. Столовой ложкой зачерпнем начинку и формируем из нее шарик двумя руками, раскатывая в ладони. Готовые шарики складываем в отдельное блюдо. Теперь приступаем к созданию корочки. Для этого из пищевой пленки вырезаем квадрат и выкладываем туда 1 столовую ложку натертой моркови. Распределяем ее тонким слоем. В середину выкладываем шарик с начинкой, собираем пленку вокруг шарика. Раскатываем между ладонями, слегка прижимая к начинке. Когда убедитесь, что корочка плотно прижата к начинке, можно убирать пленку. Таким образом формируем оставшиеся мандаринки. Затем отправляем в морозилку минут на 15, чтобы они хорошо схватились. Достаем и выкладываем на блюдо для подачи, декорируем зелеными листочками. В этом случае хорошо подойдут листочки от самих мандаринок, которые можно приобрести в магазине, или вовсе можно обойтись и без этого. Итак, праздничный новогодний салат в порционной подаче мандаринки готов! Приятного вам аппетита! Приготовьте такой салат и вы, удивите своих родных и близких. Ну а я вам желаю хорошего настроения и спасибо вам за просмотр!